Сегодня в интернете завершается голосование за идеи новых достопримечательностей для городов России. Конкурс организован фондом «Живая классика». Суть в том, что жители любого города могли придумать собственный арт-объект и подать заявку. Их проекты разместили на сайте «Культ.След». Те, что наберут наибольшее количество голосов, будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда. Авторами идеи новой достопримечательности для столицы Чувашии стали ученики и педагоги Чебоксарской детской художественной школы искусств. Арт-объект посвящен букве «Че», вокруг которой создается композиция из объектов на эту букву, символизирующих культурно-литературный след, географическую точку расположения туристического центра, культурные традиции, гостеприимство, интерес к познанию и получению новых впечатлений, сказано на сайте в описании арт-объекта. Так, че, чай, чемодан, чебуреки, чебоксары. Странно. Никаких чебурашек нет. Разместить объект авторы предлагают в речном порту, на железнодорожном вокзале, либо в аэропорту. Иными словами, там, где люди чаще всего бывают с чемоданами. Победителей выберут 15 февраля.